я руководитель этого проекта. Медведи на Камчатке. Меня зовут Лилия. Я вожу сюда туристов, и группы у меня бывают довольно разнообразные. Хочется показать им, какой замечательный у нас край, какая живая земля. Земля в процессе становления еще своего, хотя мы думаем, что все вечно, все незыблемо. Здесь все познается в сравнении с тем, что ты видел ранее. Ты приезжаешь сюда, мы стараемся, чтобы это было очень показательно для вас, чтобы это было естественно, чтобы вы увидели Камчатку такой, какая она есть. Дикие места, нехоженные тропы, мало туристов, очень большие трудности. Группы бывают разные, люди бывают разные. И хочется, чтобы каждому из вас здесь понравилось, пришлось по душе, чтобы вы хотели вернуться сюда еще и еще раз, чтобы вы заболели Камчаткой. Хочу сказать о своей последней группе. Они были просто потрясающие. У них было столько позитива, настроения. Они поддерживали меня так же, как и я поддерживала их. Было очень тяжело. Не повезло с погодой. Были постоянные дожди.